Жень, а что ты там ищешь, Жень? Я ищу там свой автомобиль. Да! Где ты у него залез, что ли? А, это багажник. Даже прям непонятно, зачем ты его туда спрятал-то? Враги закопали, прям. Самый хороший гараж, блин. Давай. Спасали, весь подъезд поразили. До лопаты сейчас дорыться, самое главное. О, слушай, иди сюда, помогай мне. Так что, Катька, я приеду к тебе не скоро. Сейчас пока машину раскопаю, приеду, блин. Ну, уже видно. Но... Верю. Самое классное, Дима что-то ищет. Дима тоже. Он долго будет искать, блин. Дима там тихо ищет, да? Но... Дим, может, и правда там уже нету, Дим? Ну, да, нахрен делать.